вас приветствует канал Юрейс Раша, город Санкт-Петербург. И мы приехали в самый прекрасный зал, в котором всегда мы тренировались. И нам очень нравится этот зал, потому что он на самом деле очень крутой. Самый любимый мой спортзал в этом городе. Вот он на первом этаже. Сейчас мы туда зайдем и начнем пахать. Я подхожу, а мне говорят, с тобой вопрос решен, я сначала не понял. А это Борис. Блин, Борис, я сейчас вот сюда ехал. Это самый любимый мой спортзал в Петербурге вообще. А я им так сказал. Он самый крутой. Я же уже успел потренироваться там с вами, где штангу бросать нельзя. Да. В этом, в Петро, напротив мечети зал, помните, мы там тоже тренировались. Да, ты туда вот ходил? Я туда ходил, мне нужно было сделать тренировку. И что? Там есть так же зал, такой же развалюха? Ну, там типа поставили беговые дорожки для нас с вами. Дружить-то с силовым миром и спортом? Не, я дружу со всеми, но... Это чисто Ну, дружите, дружите, но просто не лезьте на помост. Вот, притащили сюда вот это, что это? А что, не знаю. Это красиво. Вот, не, красиво, понял, вот, вот, видишь? Здесь красивые ручечки, тут видишь, тут резиновые рубашечки разные. Нет, он профессиональный, не просто... Профессиональный, конечно. Наверное, здесь жмут много. А ты не видел, Борис, ничего нового? Не-не. Это новые станки же здесь притащили. Вообще все новое. Не, вот этот хвост я видел. Видишь, разминается, слышишь, он походу он готовится. О, давай, Володь, ты будешь сегодня один выступать. А мы будем снимать. А вы будете Петросяне, да? Блин, ну теперь носки, если одел мечи, все. Прыжка не будет, прыжка. Все, весь стиль нарушен. Ну ладно, зато у меня майка красивая. Друзья, салют! Это канал Атлетисты, я его ведущий Борис Мирочник. И, если видите, снимаю я в очень известном зале, в котором почти никого никогда нет. А почему он известен? Потому что в этом зале снимает свои программы. Потому что мы вместе снимали здесь. Это вот зал самый крутой в Петербурге. По тяжелой атлетике. Адрес я говорить не буду вам, потому что здесь потом будет как горох, мы не придем сюда. Я шучу, конечно, друзья. Да. Борис напишет вам. Я все равно напишу. Да, где? Я знаю, что он напишет. Да. Это Приморский район, это стадион Приморец. Здесь база, где тренируются легкоатлеты Петербурга. Летом они все время здесь. А так здесь вот занимает вот эти 6 помостов школа Краевского. Так вот. Что, друзья, если что, здесь можно приходить. Хрен найдешь, на самом деле, сложно очень найти. Я вот даже снял, когда я подъезжал там. За Мерседесом. Мерседес Авангард. Да, ориентир. Для тех, кто живет, короче, в Питере и здесь иногда бывает. Мерседес Авангард. Вот центр Мерседес. Да. И перед ним нужно прыгать. Ну, Володя разминается серьезно. Сегодня Володя зарубается в. Нет, сегодня у меня в толчке. Закачка, поясочек, что-то спинку продуло немножко, надо... Продуло. А как она тебя может продуть, если ты все время в машине сидишь? Ну как она может продуваться? В смысле? Я на стуле так-то сейчас на реставрации занимаюсь. А, я забыл, он реставратор у нас, Володя, я же забыл. Я чуть-чуть хотел присоединиться, но я сейчас мертвый, разобранный. Вообще. Вот теперь будет интересно, как с самого нуля, если я вернусь в прежнюю форму, это будет круто. Мои годы, то это будет круто, брат. Какие ваши годы? Какие мои годы, молодые? Вот так берешь и хоп, и возвращаешься. А сколько, кстати, расшибал? 58. А, 58. Да? В этом году будет 59 уже, мой друг. Растет. Жизнь растет. Разминайся. Борис, сейчас, как всегда, разминка у нас такая. Просто протяжку, без подрыва. Протяжечку. Швунги такие жимовые, чтобы размяться на небольшом весе. Тоже все играемся со штангой, играемся. Володя уже играет давно. Ой, а Илейка, слышишь, Борис? Володя играет танцует. Вот когда берешь Илейка, все, можешь попрощаться со своими штанами, со своими руками. Здесь настоящий наждак.
это очень жесткая штанга. А да. посередине нет наждака, вот почувствуй, чтобы шею не драло. Видишь, как да. они грамотно все делают? Да. Здесь нет, здесь наждак. Я предлагаю немножко внести в нашу тренировку так. перца. Давай. Рывок толчком хватом выполнить. В качестве разминочного упражнения. Можно. Ну, можно это рывок, узким хватом называется. Рывок узким хватом, Борис хочет разминку сделать. Ну, то есть это как протяжка, но только сразу... Ну сделайте, вы сейчас опять на предел полезете, я знаю. Поэтому я хотел, чтобы вы размялись именно на толчок, поделали именно толчковые да. протяжечки, швунги жимовые. Когда вы размялись, да. спотели, потом уже делайте уже все классически, все четко. Нет, я предлагаю... А я же предлагаю в конце тренировки это делать, в конце. Чтобы расслабиться, растянуться. А, в конце. В конце тренировки сделаем рывок узким хватом. Хорошо. Меня пугает. Выталкивай, Володь, вверх. Надо вверх выталкивать. Мощно. А Володя не выталкивает. Ты видишь? Он надо выталкивать. Вот, вот. Они так. И быстро под нее подсаживаться. Должен ее пустить в полет, чтобы она двинулась. Космос. Вот, про выталкивание. Тебе сказал президент, скоро полетим на Марс, там я будем жить. Говорю. Сказал? Нет. Я Балабов, слушай, Володь, по поводу выталкивания, смотри, здесь по-разному говорят. Одни говорят, что нужно коротко просесть и выстрелить. Да, правильно, правильно. И мне, ну ладно, я не скажу, что мне так, нравится, хорошо. Я тебя спрошу. А другие, например, Дмитрий Берестов, говорит, что ну, нужно как бы просесть нормально, и чтобы тебя при резком вот таком уходе штанга ниже не продавила. Тебе какой ближе? Я подседаю, да, и потом... Ты резко подседаешь? Чтобы... Или плавно? Чем больше вес, тем медленнее, соответственно. Ну, стараюсь порезче. А мне вот понравилась вот эта тема. То есть я так толкаю. Понял, что резко и туда. Вот. Да, вот так. Понятно? Вот. И ты ее на противоходе ловишь штангу, понимаешь? А но. Если ты крепкий, она тебя не продавит. Можно сейчас фантазировать, что ты идешь по земле, блин, и вдруг дерево упало, тебя по башке ударило и провалилась земля. Можно фантазировать. Ну, многие толкачи, кто хорошо толкает, толкают коротко. Все. Посмотри внимательно, как толкают многие атлеты, те еще советские. Тараненко, там, Захаревич, другие, все коротко толкали. Никто низко до половины вот так не просаживался. Да. Понимаешь? Нет, ну речь не идет, что до половины. Просто, ну, немножко. Ну давай, покажи на грифе, как ты просаживаешь. Спокойно работай на грифе. Так. Коротко. Оп! На грифе у него хорошо получается. Посмотрим, что будет дальше. А дальше будет еще интереснее. Заинтриговал, да? Это фирменная тема. Да, Володя включил на штанге вебаста, она греется. Локти так все вязко подворачиваются вначале. Да, конечно. И ничего не подворачивается. Меня что удивило на соревнованиях? Ты не выступал по тяжелой атлетике? Я тебе очень рекомендую выступить. Там знаешь прикол в чем? Тебе сначала нужно сделать максимум в рывке, а потом нужно сделать максимум в толчке. И вот ты переходишь с рывка на толчок. Причем нужно сделать это очень быстро. А сколько там нужно? И вот ты свой максимум оторвал уже. Ну там маленький перерыв отдыха. Если ты, короче, хорошо рвешь и плохо толкаешь, у тебя практически не будет перерыва. Понимаешь, да, почему? Штанга, она растет постепенно. Ну, допустим, ты... 100 вырвал и... И 105, допустим, толкаешь. Да, тебе сразу первым надо выходить толкать. Да, там такая тема. Ну, вот, ну и, короче, да, я уже вырвал, я уже горячий. Ну, свой максимум вырвал. Подхожу к штанге, беру ее на толчок. Блин, а лошадь не поворачивается еще. А уже скоро идти толкать первый подход. И я там, знаешь, в режиме совраски. Торопиться начал. Да, а когда торопишься, это плохо. Ну да. Начиная сбиваться. Так у меня вот здесь... Вообще, поиграй. Да, просто здесь так же локоть не поднялся. И на принятии... Боюсь, что штанга
как говорится, локтем об ногу забьётесь и... Поломать можешь да, кисть. Я себе да. как бы вывихнул кисть, и она мне так не может... А я же вам все время, когда вас учу, говорю, ни локтем, ни в коем случае не цепляйте колени, можете сломать кисть. Да. Понимаете? Вот, это тоже вот и все. Вот она не загнулась сюда, а она вниз. И тынц. И получилось, да. Нет, ну на стуку мне, чтобы плохо не подворачивать, как в начале было. Я 120 минут положил. Да. Нифига себе. Здравствуйте. Не, вот, в принципе, она вот так. Ну, то есть я не помню, чтобы у меня вот это было. Хотя я видел ребят, у которых вот так. Не, не, это неправильно. Вот так встаю. Ты так можешь кисть сломать, я тебе говорю. То есть, конечно, вот как-то не так сделал. Давай, разминайтесь, а. Вы разминаетесь или разговариваете? Разминаем языки. Давай еще на скорость покажи упражнениями. А давайте с грифом тоже попробуем. Давай, на носочки и ушел. Оп, хорошо. Володя серьезно настроен. Видишь, он уже перемотал даже пальчики. Сотрется на. Давай. Не, просто он видишь, на носки как становится неправильно. На подушке, вот у тебя на пальцах есть здесь внизу у всех подушки. Ты должен на них прям стоять. А ты стоишь на мизинцах. Давай. Ага. На полный сто. Во. Ага. Веса ему не хватает. Вот тут уже прикольно. Так. Интересно, сразу. Это жим. А шум? А шум видавать и дожимать. Я сегодня много не буду поднимать. Ты же знаешь, у меня локти болят. Видишь, какие-то вот здесь вот опухшие. Вены, что меня радует, что вены на месте. Есть куда попасть. Да. Кто? Что, подходи. Давай. Видишь, у него уже от этого, как его, водичку набрал организм. А, и отдает весь мокрый, да? Ну, конечно. А попробуй без подседок. Ну только это был жим. Короче. Не отличить, наверное. Да? Давай, давай, разминать. У Володи, смотри. Володя, знаешь, он уже, вот смотри, с маленького веса он уже соревнуется, понял? Видишь, уже он соревнуется. А я уже придираюсь. А надо на расслабоне работать. Когда придешь, потому что ты можешь сгореть быстро, понимаешь? А ты когда придешь на предельные веса, там надо свою энергию включить. А на маленьком расслабься и гуляй просто, кайфуй. Начнешь гулять, что ты делаешь, человек? А это такая стратегия моя. Задолбать себе совет, называется. Или кайфуй. Вот, смотри, кайфуй. Вот, смотри, шум, жмовой. Вот у Власов как брал? Он же подрыв не делал никогда, он так работает.
Забитые, но сильные. Но химию жрали? Нет. Все думают, что химию они не жрали. Не жрали. Не жрали химию? Они кушали капусту соленую, но... белый хлеб, яички. Почему думают? Потому что тогда веса были маленькие. Что такое 202 килограмма? Сейчас для тяжеловеса эта игрушка одной ногой поднимет. Ты что, смеешься? То есть они не ели... Мировой рекорд 267 килограмм. То есть они не ели химию? Ну как можно есть химию с такими маленькими подъемами? Маленькими. Конечно, маленькими. Сейчас 202 толкает пацан 60, там сколько? 70 килограмм. Понимаешь, поэтому... А те весили, а они весили по 125, по 130 килограмм. Ну. Они были сильные мужики, на самом деле, очень мощные. Это не простые люди, понимаешь? Химия тогда существовала или нет? Что химия? Химия всегда существует. Ты по улице идешь, бам, химия, тебе понравилась девушка. Это химия. Понимаешь? Что значит химия? Как? Вы как поймите? Химия, идешь, бам, все. Я как жирик. Жирик, а ты знаешь, что, блядь? Это ответ профессиональный вопрос. Сколько добавляет? Как хочешь. Я... Чуть-чуть повторю любую ставку. Не, можно 70. И все, да, на самом деле? И не, уже с подрывом работаем полный сет. 70 с подрывом? 70 сделаем, на 70 подходим, 3 подхода, 3. По 2 раза, 2 на грудь, 2 с груди. Разминка. С подрывом? Да, уже все, с подрыв, под сет, все как положено. Этот, магнезию помашу. О, на шатырь здесь есть, наконец-то. Я так соскучился. Это же на шатырь, это же химия, это допинг. Ну-ка, дай быстро. Быстро, быстро. Ну-ка. Много не пейте. Он выдохся? У меня мой. Ой, хороший. Фу, какая гадость, мочой такой, резкий. Ну, он выдохся, да? Да нет, расслабься, да. Запас. Давай. 2-2. На грудь толчок, на грудь толчок. 2 раза. А в сетку кто будет работать? Уже классика идет. Задняя нога, видишь, у него как стоит? Да. Вот так. Я размасал, да? А это он насмотрелся техники. Я знаю кого. Ты тоже знаешь. Володь, если тебе в ножницы, ну, некомфортно толкать, делай швунг. Просто швунгуй, подсаживайся пониже, все. Швунг делать полегче, чем ножницы. Многим не нравятся ножницы, понимаешь? Многие знаменитые штангисты делают только швунг, все. Мне кажется, я на ножницах все равно, если коряво держишь, делаю. Тебе лучше? Чуть больше поднимать, нет. А, чуть больше. А, ну тогда поднимай. Если больше я поднимаешь... У меня получается, что меньше как бы зажимы, получается, что я пониже здесь, да? А, здесь, уходишь. А здесь как прямо стоишь. Понял. Либо как китайцы, да, у меня не получается. То есть там вообще плечевой пояс должен быть. Китайцы, они не китайцы, они просто наши китайцы. Они взяли нашу методику. А ну верните в зал. Кто ее придумал? Шведы. Шведы.
А знаете, оказывается, что Лейка выпускала до штаба? Так, смотрел. Оружие? Нет, оружие. Все гораздо прозаичнее. Тостеры, вафельницы. Пулемет, да. Нет, тостеры, вафельницы. В Швеции лучший металл в мире. Давай. Оп! Хорошо. Теперь шунга. Не, теперь с земли опять бери. И шунгу. Ты на кого-то магниты идешь. Ты часы тебе не мешают? Нет. Это какие-то часы волшебные, друзья. Скажите, что за часы у Бориса на руках? Может быть, это химия? Оп! О, хорош. Молодец. Лучше, чем ножницы, да? Ну, ты сам почувствовать должен. Ну, сам должен, непонятно. Сам должен почувствовать, она вылетает мощнее в ножницах или в шунге. Ты должен ощущать это. Ну, да. По скорости, по рукам. Еще один подход. Еще один. Креатинчик, видишь, как воду хорошо... Не, креатинчик надо пить, друзья, надо пить. Это не химия, это полезно все. Закончилось? Блин, а я думаю, что-то расстроены. Давай, натянулся. Подрыв акцент. Оп! Ага. Мощь наверх. Оп! Здесь бросать можешь. Точно? Да. Оп! Теперь швунг, мощь наверх. Оп! Мне кажется, швунг ему лучше, да? Такой. А не знаю, что ты сам... Как-то ровнее. А так и так будет нормально. На ножницах у меня вообще рука как-то сверху. Ну, у тебя болтануло. Я тебе поэтому и сказал, что на швунге лучше. Потому что на ножницах тебе так колбаснула она. Ну подседает он в шунге медленно. А туда быстро. Вот так же, да? А кто это делает? Юрий Кварданян. А, Юрий Кварданян. Он же хватал штангу всегда. А, ну да. Чтобы не промахнулся оттуда. Ну смотришь туда. Быстро хватаешь и сразу вверх тянешь. Ну, да, получается приятнее, ну, быстрее. А. Вот так стоишь, да. Не забывай, здесь бросать можно штангу, как хочешь. Если так хорошо научиться, это круто, очень мне нравится. Оп. Молодец. Мощь ногами швунг. Опа! Красиво. Легко. Очень легко. Бориска сегодня опять в ударе. Сейчас нас будет. Бориска сегодня порвет всех опять. Опа, очень легко. На 70 притворялся. Ты заметил? Да-да, молодец. С передней ноги. Аккуратно, молодец. Да, слушай, надо этому Макрону написать. Ну что, оборзел? Давай. Резко. За голову. Швунг. Оп. О, хорошо. Но только вперед. Да, вперед. И шагу назад. Хорошо? Загнали старика. Загнали, да. Да ну нафиг. Я тебе говорю, мне тяжело. Ты не веришь мне? Придется помазать. Большой палец надо всегда мазать, если вы берете. Вот это вообще очень крутая тема. Никто не... Не надо мазать, не мусориться, я там бабки найду. А у меня, кстати, я, кстати, в фитнес-клубе мажусь, у нас есть магнезия. Так, что такое? У меня жидкая есть. Жидкая не то. Жидкая будет на 100 килограммов.
Смазанная. Размазанная. Подожди, все три один тут, да, стараются? Грублю это самое, как говорится, сильно. Больше нравится. Слушайте, предлагаю, Рашид, а что если так? Один мы берем в стойку, а второй в сет. Давай. Да? Да. Таким образом мы посмотрим. Но на предельном весе мы так не сможем сделать. Ну да, мы посмотрим таким образом, сколько кто в стойку может взять. А, давай. Хорошо. Давай, Борис. Борис опять изобрел что-то. Как Юрий Бурданян, мы уже делали. Интересно. Теперь делай, как Вася Алексеев. Как Вася. Долго готовься. Не снимайся. Все, мы выключаемся пока. Когда-то, когда я весил 105 килограмм и носил бороду и очки, был такой период в моей жизни. Да. Я сейчас в линзах, а носил очки. Меня сравнил один, говорит, ты похож, что говорит, на Власова. А я тогда не занимался тяжелой атлетикой, я говорю, кто такой Власов? А мне папа объяснил, что в штангу. А, ты поэтому в штангу пришел? Понятно. Нет, так пошел, что Вася. Давай, Борис, хорошо, выкладывайся. Так, значит, первый раз. Стойку. Ну, в стойку это просто. Молодец, отлично. Хорошо. Очень легко. Ну что, в стойку. Там садиться не надо. Опа! Отлично. Ногами. Оп. Хорошо. Борис легче всех работает. Хочешь ножницы, хочешь стойку, хочешь в сет, как хочешь. Только подними. Оп, встал. Мощь наверх. Резко. Оп! Держать, держать. Хорошо. Бросай, бросай, бросай. А он еще будет шванговать. Он еще, видишь, подкидывает, чтобы потом не поднять 100. Аккуратно. Молодец. Брося. Не, не подкидывал, я на самом деле опасаюсь. А что ты совсем тогда три раза подкидывал? В смысле? Надо вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот тут, вот тут, вот тут. Зачем? Я хуй знаю, я себя не вижу. Я себя не вижу со стороны. Я, да. Все? Ты в стойку, конечно. А что, не подкидывал? Что я делал? Ну, ты много тратишь энергии. Зачем? Ты же идешь сейчас на предел, будешь лазить. Поэтому я и говорю про расслабление. Понимаешь? Вот кроссфит чем хорош? Кроссфит. Я тебе сейчас скажу. Они в каждом упражнении стараются своровать время. Хоть бёрпи ты делаешь, хоть махи-гири. Вот махи-гири как делают кроссфитеры, ты так думаешь? Они не вот так делают. Они вот так делают, смотри. Оп, поднял, пока гири опускается, у нас спина отдыхает. Потом этот момент, оп, опять раз, опять отдыхает. Они везде ловят время, и это круто. Так как же здесь ты должен везде себе давать телу отдыхать, не с ним напрягаться, понимаешь? Напрягся одну секунду, долю секунды, опять расслабился. Надо поднять собственный вес нам всем. Тогда будет хорошо. 89. Сними. Ты знаешь, да. Ты знаешь, в старые времена, в Англии, кстати, и в царской России, спецвойска брали мужчин, которые поднимали собственный вес над головой.
Кто не поднимал, до свидания, иди гуляй. Вот так было. Понимаешь, если ты хочешь быть спецназерцем, давай, давай близко. Нет, красиво работай. Чтобы не терять силы, я стою. Хорошо. Отлично, молодец. Резко. Оп! Ай, вытолкнул слабо, Борь. Вообще, вытолкни, резко под нее подсядь. Резко. Оп! Хорошо. Ну, шунг был не тот. Посмотришь. Оп! Молодец, легко, легко, легко. Один раз только толкай, и все. Хорошо. Все, бросай, бросай. Молодец. Неплохо. Ну, Бориска улыбается, потому что он сегодня, наверное, 110 толкнет. Кошмар! Ты видел, что я сделал? Но на любительских засчитаю. Засчитали бы? Ну, я сейчас как любитель. Блин, кошмар. Как все некрасиво и тяжело. Ну, 4 года без занятий, так бесследно не проходят никогда. Оп! Очень легко. Молодец. Отлично было. Красиво. Как палку. Вот это называется как палочка. Оп! Отлично. Встал. Мощно ногами вверх. Мощно. Оп! Держать, 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 держать. Держать. Молодец. Бросай. Вес взял. Вы сначала поднимайте, потом взвесимся после тренировки. Все, зашел. А, я тебе три. Три, три. Такой, а, все, закончили, блядь. Блин, я же могу так порваться 4 года. Нет, вы что, издеваетесь? Друзья, никогда не бросайте спорт. Вот к чему это приводит. Давайте вы все нюхайте там. Все, не посрами. Давай, а? Сейчас Бориска стой. Да, какой-то марш ты все. Да, да, конечно. А у тебя ручки белоручки, что ли? А, нет, сейчас будут белоручки. А пальцы большие. 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 Пальцы большие. Да. Лену в стойку брать или всех? Если я сейчас на предел будешь дальше лазить, бери всех. Все, да. Ну, просто не засиживайся. Сразу вставай, быстро. Да, да, все. Хотя, конечно, в стойку тоже интересно, сколько будет. Ну давай в стойку тащи. Не отвлекай, тихо. Опа! Молодец. Мощно ногами вверх. С полной стопы. О, ай-яй-яй! На любительских.
засчитали. Засчитали. Попробуй переделать. Резко. Оп. Аккуратнее, аккуратнее. Два за один. Да. Опа! Молодец. Встал, встал, встал. Хорошо. Ногами резко за голову. С полной стопы. За голову. Оп! Держать, держать. Легко, легко, как палку. Бросай. Ты притворяешься. Видишь? Расслабляет. Он расслабляет. Он, короче, повел себя сейчас, как Жаботинский с Власовым. Понял? Он расслабил. Да, я слабенький. Бам! И все. Это было, мягко говоря. И Власов, да? Да. Ну, да, так он же Власов. Загорает что-то. Уже смеркалось. Подходи, я не буду. Нет? Не-не, у меня локоть начал побаливать. А, ты вообще, да? Да. Ну ладно. А мы можем, кстати. Я поработаю потом с вами приседания, что-нибудь поделаю. А можно. У меня резкие движения сейчас пока больновато делать. Надо в форму входить. И вы-то в форме оба, а я что? Вы-то тренируетесь. Мне секс пошел. Во-первых, секс. А во-вторых, мне надо посмотреть, что я здоровый, а не дрыщ. Я думаю, как-то... Вдохновляет. Хорошо. Классически, красиво сработаете. Опа! Стал сразу. Да. Прибило. Прибило жестко, да. На грудь легко затащил. Да. Ну что, Володь, тебе надо сегодня установить рекорд 110. Давай, раз так пошел. Давай наберу, ага. Красава, держи, 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 держи. С передней ноги, аккуратно. Держи, держи, держи. Молодчина. Вот так вот надо. Вот и все. Да, супер, супер. Вот вам морковка со свеколкой сработала. Блин, он же мясо не ест. Он же вегетарианец на самом деле. Откуда у тебя сила, блин? Откуда сила у быка? Или, я не знаю, лошадь, да, поела овса. И херачит 70 километров, или сколько там. И мышцы, вся в мышцах. Сука. Понимаю. Понимаешь? Ты, когда... Все. Все, давай, давай. Вегетарианцами будем. Хотя бы на время делай паузу. Чтобы понять тех, чтобы хаять тех, сначала перейди на ту сторону. Давай 112 поставь себе, пока идет сегодня. Подожди, сейчас. Пока сегодня идет. Подожди, я... А, пока идет. Подавай на грудь, Борис. Не, Борис, на грудь хоть зацепи. Сейчас мы скинем. Ну, на грудь. На груди цеплю 110. Ну, и попробуй что, встать сразу. Не, потом не тогда. Еще 105 не встал. Ну, кстати, 105? 105, я вставал на соревнованиях. Ну, и толка? Давай. Ну, 110 я просто... Руки помажь, не торопись, Борис. Вот смотри! Не, бремень. Пояс одень. Как вот это называется? И все. Взять ее на грудь. А вот это? Ну все, это ты взял на грудь, не встал, все. А, взял на грудь, не встал. Это тоже крутое упражнение. То есть я делаю упражнение, взял на грудь, не встал. Не встал. Хорошо. Может, поясочек? Взятие на грудь без вставания. Это... Взял на грудь, отдыхай. Смотрите, как это. Взял на грудь, отдыхай. Взял на грудь, отдыхай. Не встал. Ой, блин, все, вы пошлые эти. Так, Володь, давай что-нибудь ты добавь, потому что он сказал, взял на грудь, не встал? Тебе нужно взял на грудь, взять на грудь, не встать, 120. 120 грамм. Положить, да, чтобы мне очередной раз. Оп! Молодец! А на грудь зацепил. Почти. Ну ты же говоришь 5 килограмм ни туда, ни сюда. Я тебе говорил 12. Ну вы же сами тренера себе. Быстрее подсаживайся, локти быстро подворачивай. Оп!
Нет, ты еще на нее не готов. Хотя вытягивает высоко, но под нее не подсаживается. Еще побаивается пока. Очково. Что делаем, сенсей? Тягу. Тягу толчковую можно поделать с плинтов, раз у тебя спина болит, с плинтов. Я бы прямой бы Поотрывал бы большой. О, пользуюсь этими принтами. Не, он хочет большие отрывать, он хочет большой вес отрывать. Ну, ты же приехал, хотя он говорит, что у него спина болит. Я если буду приседать, ты хочешь еще больше придавить? Нет, смотри, хорошо, если я буду приседать, вот оно мне как бы скрючит. Если я тут с прямой спиной, то есть вот ноги будут. Ты хочешь просто поотрывать вес? Ну давай, хорошо. Не, я не хочу, я просто говорю, что Борис тоже. Будешь отрывать, Борис? Я бы поотрывал. Ну давай. Сейчас туда ставим штангу и делаем удержание. Ну, от 5 до 10 секунд. Ага. Если большой вес, больше 5 секунд держать не надо. Я хотел... Оторвал. А давайте постоял, опустил. А мы еще потолкаем. Еще потолкаем. Со стойк толкать хотел? Со стойк. Да, быстро. Давай оттолкаемся. Да. Давай. Кто больше толкнет? О! 3, 4, 5. Два толчка сразу. Чтоб пока мышцы не забыли. Ты должен ее чувствовать очень легко, эту штангу. Ага. Мощно. Аккуратнее. Опускает он, конечно, так жестко. Ты заметил? И на шею везде. Бум! Бум! Такой удар. Французская техника. Да. А ты можешь вот так делать? Могу сказать. Месье, ты можешь говорить, месье, je remercie Jean Passager? Можешь? О, хорошо. У тебя талант. Давай, Борис. Давай. Месье, давай. Ну ладно, не говорится сколько здесь. Все, уже сейчас зал закроется. Да не сколько здесь, давай, держи. Сейчас, чуть-чуть сделаю. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Все. Иди толкай. Да. Мощно вверх. Просаживайся ниже. Оп. Хорошо. Больше 90. Больше 90 толчки вам сегодня не желательно делать. Я думаю, вот эта связка еще подхода 3 хорош. Ну, да. Чувствуется? Нет, мне тяжело. Пипец чувствуется. Ни хрена с этого не легко. Это классная связка все равно. А сколько вы тут на эти? 160. Давайте дальше. 90. 170, потихоньку. Он, видишь, все время торопится, у него прет. Что-то у него прет. Что французу хорошо, то русскому смерть. Не отстуйте. А, это он после этого остался, после 12-го года, когда Наполеон сюда зашел. Нет, ну да. Да. Понятно все с тобой. Да. Скажи, Батяня, передаром Москва, спаленная пожаром, была французская дыра. Машина попалила. Так, там 95 сейчас я поставлю. Давай. Поставил уже? Поставлю, давай. Оп. Никто не посчитал? Я сам посчитал. Два. Один толчок. Не, теперь один толчок, не надо два. Один. А, 95. Потому что страшно смотреть, как ты ее на грудь опускаешь. Один раз толкнул, хорош. И бросай на пол. Зачем на пол? Ну, чтобы не... Нет, на грудь и туда. А что, поднимать потом будем? Ладно, тихо.
Опускай на стойку. Нормально сейчас все запустил. Да, сейчас нормально. Так, моя очередь. Занимайте очередь. Так, посчитаем, да? Да, да. А то тут, когда не считают, меньше делают. Ну, будьте быстренько. Да, кстати, считается недолго. Давай. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Хорош. На 11. Мощь наверх. Оп. Не ругайся. Давай вместе.